Дедушка Мороз готов? Сейчас, да, подарочек. Там открыт уже. Привет. Поздоровайся, потом скоро. Да. Ну, сейчас давай, Дедушка Мороз. Привет. Борода из ваты. Да. Давай без продолжения. Косички будем читать. Кто стишок расскажет? Давай, рассказывай. Давай, рассказывай. Пасха зима, на зеленой елке, Пасха белая сама, шила без иголки, отряхнула белый снег, елочка спокойно, и стоит на синий снег, платит за зеленый, и зеленый цвет, елка знает лето, как она потом, вот хорошо одета. О, молодец! Да. А ты что, плачешь? Тоже хотел стишок будешь рассказывать? Ну, девочка уже вышла. Да, ну, да, молодец. Рассказывай. Дед Мороз, Дед Мороз, дед там елочку принес, а на ней фонарики, золотые шарики, шишки, ароматы, конфеты. Молодец. Молодец. Если вы знаете, кто к вам сегодня приехал? Дед Мороз, да, Дед Мороз и Снегурочка приехали, привезли подарки с севера, долго-долго ехали. Но все равно не забыли про детей Зайцева. Мы очень им благодарны, да, детки? Да! Давайте скажем все дружно спасибо! Спасибо! Здравствуйте! 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 Здравствуйте!
реально Дед Мороз со Снегурочкой. Катись, ой, ой, это кто у нас такая красавица? О, какие снежинки. Привет, покорец. Привет. Мы вам хлебушек. Хлеб это хорошо. Хлеб это святое. Давай. Давай, рассказывай. Не бойся, не бойся. Ой, тебя платят. Очень красивая, вообще. Ты какая-то принцесса. Лера, не убирай. Ты стишок помнишь, принцесса не забыла? Рита. Принцесса Рита, да? Рита? Мама, привет, Рита. Ты принцесса. Ты принцесса, да. Я тоже запомнила стишок. Наступай. А спасибо. А спасибо. Иди, Деду Морозу стишок рассказать. Рассказывай. Рассказывай Дедушке Морозу стишок. Лера, так, а кто мне стишок будет рассказывать? Давай. Я знаю все стишки. Давай. Пойду побью. А теперь ты давай рассказывай. Так, Ритуська. Давай. Лера. Снег. Да снежный узор. Поле. Юги алкоголы. Вот. Парусма. Тин, коньки, краса. Вечером бабушки на сказке. Вот у меня зима. Молодец. Молодец. Так, еще желающие есть? Как, ты же я. Спасибо. Молодец. Так, что еще? Катя, сейчас, смотри, еще Ника осталась. А Катя на заключение. А спасибо, Дед Мороз, за твои подарки. Расцелуем мы тебя. Будет тебе жарко. Молодец. Катя, один раз скажешь с мамой. Да, только наш стишок потом в эфир не выставляйте, да? Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарок нам принес в мир и BMW X5. Держи. Скажи спасибо. Вот так вот, да? Девочка сегодня я зеленая была. Метели пела песенку спиёлочка бай-бай. Мороз и школу кутывал, смотри, не засызай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Теперь она нарядная на праздник к нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Бензина, вот, на генератора три штуки, которые мы покупали. Не все три, покупали, но на три генератора. Бензина. Ритуська с мамой у бабушки и с Дедом Морозом. Опа. Я привез им бензин на генератор. Девчонки наши тоже там, Кристель с Катюшкой. Отмечают, так что вот генератор наш, вот, а вот бензин 20 литров привезли, да? Да, конечно. Все, теперь будем с бабками стирать, нахуй. Как корова? Нормально. Нормальная вообще? Да, погуляла уже. Ну, отлично. Так что уже будет где-то туда к концу лета будет уже корова, пока еще тёплая. Привет. Привет, Лёш, а чего вы не заходите? Да я же бегаю, я же туда-сюда. Он по снабжению. Да. Пока там этот Дед Мороз со Снегурочкой у детей. Там? Ну, конечно, дети. Туда дети прям. А я по бензин туда-сюда вожу. То бензин, то хлеб, то порядок. А вот дедульки. Дедушке Рите передали тоже 20 литров. Бензиногенератор трещит, слышите? Всем привет, всем спасибо.
Donc Christelle Néant pour l'agence Denis News. Nous venons de finir la distribution des cadeaux de fin d'année pour les enfants du village de Zaïtsevo. Grâce à la collecte de fonds organisée par Nidzo, que je remercie ici, vous avez été nombreux et très généreux. Grâce à vos dons, on a pu donc fournir des petits paquets cadeaux à une soixantaine d'enfants du village de Zaïtsevo, donc ce village qui est sur la ligne de front, séparé en deux par la ligne de contact. L'armée ukrainienne commence à tirer déjà maintenant en pleine journée, donc on va devoir repartir vers Donetsk. Mais donc voilà, encore merci à tous pour votre générosité. On a maintenant une soixantaine d'enfants ici à Zaïtsevo qui ont reçu des petits cadeaux pour Noël. Et donc merci à tous les donateurs, merci à Nidzo d'avoir organisé cette action. Si vous voulez organiser de telles actions pour d'autres enfants, pour les personnes qui vivent sur le front, n'hésitez pas, contactez-moi par email. Je mettrai l'email en dessous de la vidéo. On organise tout et on vous montre après où est allé l'argent. Merci à tous. Кристель Неон пор Дени Ньюс. Зародилась елочка в лесу, она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. С Новым годом всех!